Всем привет-привет! С вами Бина Дукова. Сегодня я вам расскажу про каникулы в Германии. Каникулы в Германии, как и во многих странах мира, 4 раза в год. Самое большое отличие от других стран, то что каникулы в каждой земле в разное время. Расскажу на примере летних каникул. В 2023 году в земле Бавария каникулы начались 31 июля и закончились 11 сентября. А вот в земле Бремен каникулы начались уже 6 июля, но закончились 16 августа. А вот в земле Гессен, в которой я живу, каникулы наступили 24 июля и закончились 1 сентября. Мне стало интересно, с чем же связано, что в каждой земле, а земель у нас 16, в разное время каникулы. В интернете я нашла такую информацию, что в свое время земли договорились между собой, что каникулы будут в разное время, для того, чтобы избежать большого наплыва отдыхающих в гостиницах и чтобы избежать больших пробок на автобанах. Вот почему каникулы в разное время. Весной и осенью каникулы составляют чаще всего 2 недели. Но, например, в нашей земле, Гессен, каникулы в этом году и в прошлом году, осенние были всего лишь 1 неделю и будут, а весенние будут 3 недели. Зимой каникулы чаще всего от 2 до 3 недель. Летние каникулы всегда 6 недель. Вот что я вам хотела рассказать про каникулы в Германии. Пока-пока!